Привет, друзья! Сегодня идем в тир «Калибр», который находится в Мытищах. Будем отстреливать две винтовки. Одна из них новинка от Рок, егерь. И смотрите, какая она получилась. Будет интересно. Представляем вашему вниманию новиночку от русской оружейной компании. Это егерь «Мини Булпап». Вот он в сравнении с полноценной самой длинной версией. Правда, это на колбе, это на резервуаре. Здесь стоит 312 стволик полигональный Alpha Precision. Здесь стоит 550 тоже Alpha. Помимо стволика, здесь маленький резервуар. Здесь, соответственно, ложе тоже в уменьшенных габаритах. Бывают эти винтовки как с редуктором, так и в прямотоке. Сегодня будем отстреливать прямоток 6.35 калибр пулями Гризли, двухграммовыми. Ну, такой условный полнотел, поскольку ствол полигональный, и она позволяет точно стрелять с ними. Получается, с заправки у нас порядка там 10-12 выстрелов на скорости около 240. Здесь установлен прицел Маркул 1:8 загонник на 24, премиальная серия Маркула. А на полноценном булпапе у нас Discovery, широкоформатный 5x30x56. Посмотрим, что этот малыш может. Будем пробовать стрелять на 50 метров пулями Гризли на кучность. Такой быстрый отстрел получился, без заднего упора, все болтается, посмотрим. Строго не судите, стрелял с нее первый раз. У меня получилось две группы. То есть вот первая группка, три пули, ну, там около сантиметра. Четыре. Четыре, да, вот с отрывом четыре. И вторая группа я тоже смазал, ну, где-то по 2 сантиметра. Вот. Такой, скажем, тестовый отстрел получился. Thank you.
оборудование немножко, конечно, не совсем то, что нужно. Ну вот приблизительно опять то же самое. Плохие группы получаются. Все характеристики мини буллпапа найдете по ссылке в описании видео, фотографии подробные и все возможные комплектации с ценниками тоже ищите в описании товара по ссылке. Новинка от Рок в Охотника.нет. Буллпап с колбой и 550-й длинный полигональный ствол Альфа. Ну вот первая группка, я уж не знаю, ее сильно замяло, тут 4 выстрела. И вторая группа. Ну, вторая смазал. Вот, а первая, в принципе, достаточно хорошая. Это заклеена вот той винтовки пуля. Вот это. Она не заклеена наклейкой. Ну, значит, вот, соответственно, раз группа, два группы. Здесь установлен прицел Discovery 5.356 и стреляли пулями 3.65 грамма на рабочих скоростях. С родной колбой получается заправки 18 выстрелов. Если поставить композитную 0.6, то количество выстрелов перевалит за 20. Извиняюсь, перепутал. Стреляли пулями Monolith 4 грамма. От Руслана Родионова. С такими пулями он выиграл тяжелый класс на прошедшем чемпионате России. Вот, то есть пули классные. И как мы видим, ствол Альфа реально может, реально стреляет.